Ну что ж, дружочки, пирожочки, всем привет! Добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends. Начинается новая неделя роликов. Я надеюсь, что получится выпускать ролики там со вторника по субботу, например. И потом на следующей неделе начать и делать это ровно так же. Ну, если вы будете выполнять условия. Здесь же условия очень простые. 900 лайков к сегодняшнему вечеру. И в среду также ролик. Выйдет новый ролик, посвящен персонажу, который... лучше всех подходит под категорию цена-качество, как мне кажется. 24 тысячи БО, и это Роджер. То есть в этом сезоне прям у меня лютая стата на этом персонаже. Обратите сами внимание, да, 11 каток, 90 винрейт. Я продолжу на нем играть, явно, когда его будут давать, потому что ближе к мифику, на мификах герой этого банят, но все же взять его можно, потому что сейчас очень много метовых персонажей. Тут же, наверное, сразу вам расскажу про сборку на этого персонажа, ну как, расскажу, покажу, естественно, играю через лес его, его спокойно туда дают. Вот, на него билд, я практически ничего в этом билде не меняю. Давайте, кстати, самый залайканный коммент с прошлого видоса. Самый залайканный коммент под этим видосом попадет в следующее. Вот, как-то так. Наверное, приятного аппетита, друзья, кто кушает, и приятного просмотра катки на этом персонаже. Дописываю этот кусочек уже, когда начал монтировать видеоролик. Хочу сказать, что я сейчас вот ставлю один кусочек. Это начало другой катки, не этой. Так что не пугайтесь, что сейчас будут какие-то переходы. Просто это начало одной из каток на Роджере. Я просто хочу вам ее... это начало показать. Как иногда еще бывает. Я смайт не отдал, нет. Все норм. Да, я по-любому сильнее. Ну, куда это полетело? А, я понял, куда это полетело сейчас. А это уже личный скилл, понимаете? Спасибо, бро. Сука. Минута 30! Минута 30, бля! Я у них на базе! Луплюсь! В срокотанище, тараканище! Лалки, чебурек! Чай! Индийский чай! Чай! На дворе инки такие злые, что шатают. А этот умный человек ничего сделать не может. Да чего говорить, налево. Бля, бро, у нас не было танка. У меточки по три ковы летают. Да, ну просто у нас был танк Руби, которая, блядь, ну, нихера не танковала. Ее там выносили просто в пух и прах. Хрена себе, что денег закинул. Всем салам. Бля, всем салам пополам, да охренеть просто. Здравствуйте, Винер. Здравствуйте. Бля. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо огромное, спасибо. Пушечка! Еще и все возлетело. У вас часы какие-то одинаковые, ребят. Настрой огонь. Если нет, ток, скажи, кто. Поеду выпью этих раков рака. Любим, все хорошо, настрой огонь. Если нет, то скажи, ой, настроение пиздец. Ты будешь пересматривать стрим, пиздец. Ток, скажи, кто. Поеду и выебу этих раков раком. Имя брата... Имя? Брат, имя. А, порешаю зуб. Имя, брат, имя, порешаю, бля. И все, его не надо. Не надо. Не вмазывайся в эту хрень, пожалуйста. Спасибо, Евсюшка. Бля, Винер, бро, охуенно, конечно. Это жесть. А смотрел вчера мафию, Винер? Как я понял, тут отмечали на стриме, что ты больше по Диксону, а Диксона не было вчера. Ну, Диксон сам отказался, ребят. То, что Диксона не было на мафии, это чисто решение Диксона. Не знаю почему. Спасибо огромное, чувак, бля. Винер, не знаю, как тебя зовут. Скорее всего, Винер. Оу! Просто спасибо.
Просто твою мать спасибо. Так, убили Лесли. Так, надо заходить в черепаху. Надо заходить в черепаху. Ой, у меня нет смайта, ребят. Бля, и бомжар разогнался. Пушечка просто. Давай, давай, хорошо. Видишь мое имя? Давай. Жду в игре Олигарбаньера. Евсеева, ты видишь мое имя? Давай. Жду в игре Олигарх Бомжара. Что происходит? Ну, бля, бомжары, спасибо за поддержку огромную. Я вообще не понимаю, что происходит. Да, кстати, Винер писал в чате в прошлый раз. А я тогда так и ничего не понял, не вдуплил. Когда залетал. Пятничку. Ну, я задержался просто, да, там. Очень сильно причем. Пушечка! Бля, да вы, чуваки, вы чего? Пушечка, просто! Евгений Блинов. Евгений Блинов. Пицца. Чил. Привет. Вот ты делаешь челленджи на разных героях. А кто у тебя прямо основной мейн? Никто. Спасибо, бро, огромное за поддержку. Мейна основного, к сожалению, у меня нет. Она отошла, да? Охренеть, как я выживаю в странных ситуациях. Просто трындец. Спасибо огромное за поддержку, бро. Нет у меня мейна. Просто нет мейна. Вообще, из-за того, что я делал эти челленджи, у меня просто нет мейна. Забрали там Лесли. Думал, что она все же ушла как-то. Как-то странно очень. Но нет, все не так. Блин, на меня из таких ситуаций просто спасают. Господи! Господи! Где песня? Я не знаю, какие песни ты именно хочешь просто. Ты мне список своих песен закинь. Расскажи цифры про песни, я на каждую цифру тебе сделаю песню, господи. Бля, чувак, господи. Да, это я, где песня? Там есть в моем исполнении песни на другом сервисе на 3333. Но она про Евсееву. Вот там есть песня, единственная. Спасибо огромное, Винер, блин. Просто я не знаю, я шок. Шок-контент. Я так понимаю, ты меня даже толком не смотришь, просто заходишь, так радуешь. И мне кажется, ладно, люди, которые меня смотрят, да, там, типа, кидывают мне донат. За, типа, за то, что меня смотрят. А как мне кажется, ты очень редко тут появляешься, и прям я хз. Я могу контентом людей отблагодарить, как тебя отблагодарить, без понятия. Спасибо огромное за поддержку. У меня синий баф, я просто подхиливаю с этой хрени. Вот я и хотел подхилиться. Хотя я так мог бы подхилиться и с черепахи. Души за поддержку, бля. Просто космические донаты нереальные. Просто нереальные. Просто, блядь, нереальные. Да ладно, вы чё? Двойное убийство. Ваша команда уничтожила башню. Хорошо. Лол! Как я ошибся. Нужна помощь. Эта пушка не единственная, моя. Надо синий забрать.
Я обычно катка, когда мне прилетают такие крупные донаты, то все. Я обычно просто. Я просто все. Ебать, что происходит. Да, это вот у нас такой победитель есть по жизни. Огромное спасибо за поддержку, бля. Я так себе по голове втащил нормально. Вот так поднимаешь настроение. Жестко. Спасибо огромное, спасибо. На Роджере лучше убежать и пересобраться. Хорош, Мейка забрала черепаху. Ой, Лейла. Прошу прощения, не Мия это ни разу вообще. Ну что, дружки-дружочки? Да ты гонишь, бро, да ты гонишь просто. Раньше смотри, сейчас меньше времени всегда есть. Ладно, будем ждать, если вдруг покинул нравится. Давай какие-нибудь определенные цифры, Винер. Какие-нибудь там, типа, чтобы они четенькие были. Привет всем, хорошего стрима. Спасибо. Жаль, ты не индийский чай. Индийский чай топчик, ребят. Винер от души просто, блядь. Максим Федоров, конечно, большое спасибо тебе. Перед тем хорошего стрима, жаль не индийский. А, ну индийский чай же, да. Надо было 99 кинуть, бро. И был бы индийский чай. Огромное спасибо, братан. Просто если бы определенные цифры, типа там 4 единицы, например, да? Я бы мог под них сделать. Что-нибудь такого сорта. Группа кино. Ребят, у меня скоро все донаты будут в группе кино просто крупные. Спасибо за поддержку. Перебор? Я с черепахами там продолбался пару раз. Пойду заберу этого. Пойду заберу лорда. Ну, там, типа, ребят, наверное, закончить бы хотели. А, класс. Нормально ходишь. Чё-то тебе на момент надо поставить момент с мафией, с блокнотом. Да, я его поставлю, наверное, на что-нибудь. Ну, точно не на индийский чай. Куда-нибудь лупим. Играл патрон, закончил катку, мне помогли. Победа! Что там ты видела явно? 11.6 кс на Роджере. Ну, блядь, собаку банят мои сейчас что-то. Огромное спасибо, что досмотрели этот видеороличек до конца. Сердечно в душу залетели прям. Пишите ваши комментарии, потому что самый залайканный попадет в следующий видеоролик. И, конечно же, ставьте 900 лайков, чтобы завтра вышел еще какой-нибудь видос на каналчике. Все очень просто. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока!